Привет, друзья! Я нахожусь в центре города. Прямо передо мной католическая церковь Святого Патрика. Показываю вам здесь дома какие. Город Вала-Вала. И у нас открылся новый Taco Bell. Taco Bell Breakfast. Taco Bell выглядит вот так. Ричард говорит. Ричард голодный говорит. Заходи. Вот так они все это разукрасили здесь. Смотрите, какие все в черно-белом цвете. Вот такие светильнички. Ну ничего, смотрится. Музычка играет, столики стоят. Смотрите, как уютненько все. Мне нравятся светильнички, дизайн хороший. Это обыкновенный фастфуд. Столики на четверых, есть на двоих. Тут детские такие стульчики. И вот здесь стойка высокая. Кто любит вот на таких высоких сидеть? Меню под потолком. Вот это вот напитки. Chicken. Чалупо Суприм. Ой, тут испанские где-то напитки. Вот эти со льдом. Там дринкс какой-то. И роллы с корицей. Вот эти вот. Вот здесь можно заказать. Видите, на зала. Выбирайте, что вы хотите. Ну, это, конечно, для тех, кто уже хорошо знает. Они принимают на работу $15 в час. Ричард здесь заказал, и сейчас мы стоим ждем, потому что мы взяли все с собой. Three tacos for you, three for me. Okay.